Это мой старый знакомый. И он тебя примет. Ольга Романовна, здесь написано, что это народные танцы. Ольга Романовна, вы что, издеваетесь? Да мне не нужны народные танцы, мне нужен большой театр. Вы что, этого не поняли до сих пор? Тише, не ори. Паровоз? Тебя же убили. Ну и отпустили. За тобой. Шучу. Это кто? Это Ник. Сдайте, черт возьми! Ты фармазон? Ну? Говори, чего надо? Рекантоваться надо, недолго. С танцором тут беседу ведем. Ага. Ну, весело, конечно. Кончать? Хорошо, Лаврентий Павлович? Сейчас закончим. Извини. Слушай, не попало. Облажался. Ну, ничего. Я сейчас еще раз попробую. Я согласен на твои условия. Ты о чем? Ну, я о твоей возне с этим конкурсом красоты. Можешь дальше продолжать. Может, действительно мисс Россия станешь. Но потом поженимся. Какие люди в Голливуде! Привет. Вот мы опять встретились. Я рад. А я не очень. Почему? Потому что вы постоянно появляетесь не вовремя. Вы можете меня оставить в покое? Я вам деньги отдам, когда получу первый гонорар. Ну... Дело же не в деньгах. Потом, знаешь, что-то мне подсказывает, что первого гонорара тебе ждать еще очень долго. Ничего, я дождусь, спасибо. Считай, что уже дождалась. Вот, на, почитай. Это что? Сценарий большого кино. На. Прочти и получи удовольствие. Я не знала, что в порнохе бывают сценарии. Да, ты еще многого не знаешь. Не, спасибо, меня это не интересует. Ладно, идите отсюда. Ну, это просто праздник какой-то. Надо же. Дождалась, никуда не сбежала. Ну что, поехали? А куда? Ко мне. Тебе? Ну, я же обещал тебя познакомить с режиссером. Поехали. Хорошо. Приперся. Что ты за человек, Ника? Дрянь, а не человек, просто дрянище. Я тебе доверяю, ты меня паришь, динамир. По кабакам шляешься. Да не шлялся я по кабакам, мне по поводу театра надо было. Ты иди ты по поводу театра. Пользуешься тем, что у меня сердце доброе. Сейчас снова растопил сердечко мое. Новое тебе задание. Займешься в этот раз тетенькой. Какой еще тетенькой? Какая разница, какой тетенькой? Скажи спасибо, что не дяденькой. Красивая. Ей лет 30-35. Может, 40-45. Или все 50-50-55. Задание простое. Соблазнить, втереться в доверие. Компромат кое-какой нарыть, телефоны, адреса, все дам. Женщина не бедная, глядишь, сам поднимешься. Понял меня? Какой компромат я должен достать? Какой надо, такой компромат. Твое дело слушать.
на ус свой паршивый мотать и компромат носить. И не зли меня. Не зли, блин. Иначе я скажу вон мырю лысому. В следующий раз прямо в лоб будет тебя мочить. Ряжий нос. Тум. Иди отсюда. Враль. Ты кому стоишь здесь? Иди тоже. Настенька, я тебя вот здесь ждать буду. Сейчас дела свои решу и сюда вернусь за тобой. Хорошо. Слышишь меня, может? Нет, езжай. Ну, один раз. Езжай. Привет, дорогая. Привет. Пойдем сюда. О, смотри. Вещи, ноги! Давай, пошел. Раз, два. Давай, давай, давай. Точнее, вещи, ноги. Так, ребята, стоп, 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 стоп. Все, минуточку внимания. Знакомьтесь, новый боец нашего клуба, Роман Паров. Можно просто паровоз. Ну что, готов? К чему? Парень, тебя проверить надо. Может, я тебя сегодня вечером на ринг выставлю? Но это смотря, как ты бой сейчас проведешь. Или передумал? Да не, почему же передумал? Я готов. Тогда вперед. Амбал, попробуй его. Паровоз. Паровозик с Ромашково. Я думал, он покрепче будет. Сейчас должен разойтись. Добить. Ну вот, вроде разошелся. Давай! Так, тихо! Бля! Бля!
Жесть! Пусти, я его убью! Пусти, я сказал! Так, пошел за мной! Вперед! Пацан крепкий оказался, а? Кто, это что? Ты не жилец, паровоз! Я тебя все равно кончу! Срочно приезжайте. У нас тут девушки лицо кислотой облили. Да, сильно. Нет, половину. Пойдем отсюда быстро. Ты ничего не видел. Мой тебе совет. Поняла меня? Ты меня поняла? Ты ничего не видел. Повтори. Ты ничего не видела. Давай, давай. Слушай, а я тебе даже завидую. Ты с такими интересными людьми общаешься. И такой интересной жизнью живешь. Приходится. Маш, я сделаю все, чтобы тебе помочь. У тебя будет классная роль, просто классная роль. Только я одного боюсь. Ты добьешься своего и забудешь обо мне. Коль, вы очень хороший человек. Правда? Угу. Ты очень красивая. Машка, ты просто невероятно красивая. Слушай, я сейчас прям позвоню режиссеру, напомню о тебе. Странно, что-то не подходит. Ну, потом позвоните. Да, правда, что сейчас. Маш, ты мне очень нравишься. Коль, подождите. Я должна была вам сразу сказать. Ну, в общем, у меня есть муж. Ну, или был. Последний раз мы с ним виделись в Владивостоке. И сейчас я не знаю, где он. Но я его очень люблю. Хочешь, я тебе сделаю расслабляющий массаж? Нет. Да это не то, что ты подумала. Это массаж головы. Основные рецепторы у человека находятся где? На голове. Вот здесь вот. Вот они. Чувствуешь? Вот. Угу. Вот. Вот. Этому массажу меня научили на Бали. Вы были на Бали? Да, на съемках. И много где еще. Ну как? Ну как тебе? Угу. А мне неудобно. Сейчас сяду поудобнее. По-другому я сяду. Так, очки нам мешают. Вот так. Ну как? Хорошо? Угу. Теперь представь, что ты бежишь босиком по берегу моря. Волны касаются бархатной кожи.
моих ног. И вдруг ты отрываешься от земли и летишь. Дотянись рукой твоя. Нельзя, нельзя. Не смотри мне там глаза. Шрам, сейчас придет мент, скажет, что ты это я. Понял меня? Угу. Вы Настя Гончарова? Да, я. Я следователь Чикин. Очень приятно. Да ни черта вам не приятно. Лучше постарайтесь вспомнить, о чем и при каких обстоятельствах вы разговаривали с пострадавшей девушкой. Да ни о чем таком мы не разговаривали. А что с ней случилось? А вы не знаете. Ну, я видела только, что у нее кожа на лице обожжена. С Склифосовского ее увезли. У нее лица сейчас нет вообще. И есть основания полагать, что это произошло не без вашей помощи. Что? Так, ты помолчи. Собирайся лучше, нам уезжать надо. Она у нас не при делах. Девочка хрупкая, и отдыхать надо. А вы, наверное, гражданин доберман. Типа того. Вот показания другой девушки, Инны Игнатовой, мисс Саратов. Угу, и что? Она утверждает, что пострадавшая и Анастасия Гончарова вместе вошли в здание утром и что-то очень бурно обсуждали. Что значит бурно обсуждали? Так, ты заткнись и одевайся лучше. Так, что дальше? А дальше? А дальше Инна Игнатова утверждает, что вы и ваша подопечная частенько устраивали склоки и скандалы на конкурсе. И что лично вы, гражданин доберман, угрожали другим девушкам. Я угрожал? Да это бред сивой кобылы, слышишь? Я им советы дельные давал. Они же это, все на диетах, у них в головах бардак. Так, ты давай собирайся, поехали. Одну минуточку, куда ехать? Спокойно. Да нет, спокойно. Нет. Нам действительно ехать надо. Думаю, мы найдем общий язык. А? Ну что ж, давайте попробуем, гражданин доберман. Пойдем. На выход. Пойдем. Давай, я помогу тебе. Ну что ж, я вас внимательно слушаю. Я думаю, начнем с 500 долларов. Отпустите меня, меня, тварь! Ты что, мне угрожала, да? Ты думаешь, тут самая крутая, да, со своим доберманом? Мало вам этой дуры, которую вы кислотой облили, да? Теперь за меня взялись, да? Да ты что, меня порезала? Больная? Это я еще только разогреваюсь. Кто-нибудь помогите, пожалуйста, помогите! Что это было? Рассказывай. Да ужас. Ты представляешь, у нас одну девочку кислотой облили. Такой кошмар начался. Милиция приехала, все орут, кричат. Кулон твой сорвали. Уроды. Ничего, я тебе новый куплю, не боись. А это ненормально? Я решила, что я во всем виновата. Понимаешь, она думает, что я против нее что-то имею. Просто бешеная. То, что бешеная, это точно. Ну и беспредел у вас. Слушай, она тебя-то не поранила? Да я-то нормально, спасибо. А ты, на, салфетик. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Ромка. Если бы не ты, она бы вообще меня изуродовала. Надя, ты имя мое помнишь? То все паровоз да паровоз. Да нет, ты не паровоз, ты... Ты целый локомотив. Это точно. Ну, видишь, тебе без меня никак.
Нужно, чтобы я всегда был рядом. Ром, отвези меня домой. Хорошо, только попозже, Светлана. Я же со своими дружками завязал. Боями занимаюсь. Скоро профессионалом стану. Хочу тебя отвезти кое-куда. У меня сюрприз. Может, хватит на сегодня сюрприза? Вы хороший. Правда. Ну, в конце концов, если б не ты. Ну, ты именно. Касается твоей шеи. Оно касается твоего плеча. Божественной линии твоего плеча. Теща, Валентина Семеновна, вы все опять неправильно поняли, ну что это вы? Это что, я не так поняла, да? Маша... Да срамота ты, ты на себя посмотри! Сволочь! Маша, слушай, Маша, ты где? Сволочь! Что все? Чтоб ноги не было в моем доме! Сволочь! Сволочь! Потаскуха! Я вам еще... Ты еще поговори у меня, поговори! С милицией придешь! Сволочь какой! Давай, давай, Колян, смотри какая. Чё, красавица, почём даёшь? Если мы вдвоём, скидочка будет? Урода, да чтоб остави кто-нибудь это имел. Да ты чё тормози? Чё, совсем страх потеряла, а? Больно! Убирай выражение, тварь дешёвая. Больно, отпусти.
Тихо. Отпусти. Да? Алло, мам. Павлуша, ты где? Я очень волнуюсь. Не, все нормально, мам. Мы здесь с ребятами сидим, в лото играем. Павлушенька, не засиживайтесь так поздно. На улице полно хулиганов. Да нормально, я скоро приеду. Не, Укалян, ты посмотри, что делает, а? Да, хорошо она себя. О, хорошо. Поехали, Калян, мама звонила. Если бы не мама, Калян, знаешь, что я бы с ней сделал бы? Алло, сестренка, это я. Привет, Машка. Ну как ты там в Москве? Кайфуешь? Ага, кайфую. Слушай, мне тут погано. Ты можешь денег мне прислать на билет до Владика? У меня нет ни копейки. Откуда? Ты что думаешь, мы тут жируем? Тут вообще полный привет. Отчим вернулся. Он твою комнату оккупировал. Что? Отчим оккупировал мою комнату? А куда же мне теперь деваться? Не знаю, но тут тебя никто не ждет. Лично я тоже отсюда когти рвать собираюсь. Мы с подружкой решили в Китай ехать официантками в ночной клуб. Алло, Маш, алло.
Какой ужас. Это мой сюрприз. А что ужас-то? Я хотел, чтобы ты мой первый бой в Москве увидела своими глазками. Ты хочешь сказать, что ты привел меня сюда, чтобы я смотрел, как тебя будут бить? Ну, еще не факт, что меня будут бить. Это мы посмотрим. Садись здесь, пожалуйста, никуда не уходи. Я на тебя поглядывать буду. Ладно? Ну, куда же я денусь? Где тебя носят? Ты знаешь, время сколько? У тебя бой через 5 минут. О чем ты думаешь? Да я за женой ездил, и пока посадил ее в зале. Какая же... Мне все равно, кого ты и куда посадил. Ты за мной должен бегать, и не я за тобой, понятно? Да я все понял. Просто первый бой. Жена. Рамус, о чем ты думаешь? Какая жена? О бое думать надо, о противнике. Настраиваться надо на бой. Я в норме. Переждать, ага. И не вырубиться. А потом потихонечку сам действовать начинай. Он к тому времени подустанет уже. Он на первой атаке выкладывается сильно. Слушай, водичка есть попить, а? Да, 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 сейчас, сейчас. Держи. Спасибо. Давай сюда. Все, не пуха. Поприветствуйте друг друга. Бай.
Кошмар, Ром. Я чуть с ума не сошла. Просто звери. Да нормально все. Нормально? Ты даже идти не можешь. Да могу, ты видишь, иду. Ром, он тебя избил до полусмерти. Ой, что? Сейчас, погоди. Что такое? Ром, ты чего? Ромка. Ай. Сейчас. Ром, что такое? Ром. Сейчас. Нормально. А я чемпиона победил, принцесса. Ты молодец, Ромка, слышишь? Ты молодец. И не просто так победил, а заработал. И денежку в семью принес. Все как у нормальных людей, да? Нет, паровоз, у нормальных людей все по-другому. Слушай, не зови меня больше паровоз, а? Ром, ты чего? Ром! Ромка, ты чего? Ром! Сейчас! Слушай, тебе совсем плохо, Ром, тебе в больницу, да срочно, ты слышишь меня? Так, на, возьми с собой. Все, сейчас мне вернуться надо. Как вернуться? Ром, ты что, опять собрался драться? Ну так, немножко. Я тебе позвоню! Машка.
Что случилось? Девушка отравилась. Проходите быстрее, пожалуйста, маме. Это? Нет, на кухне. Пожалуйста. Так. Что она наглоталась? Вот таблетки. А вы не знаете, эти упаковочки полные были? Давайте укольчик сделаем. Скажите, она жива? Это ее первая попытка суицида? Да, наверное, первая. Она на учете нигде не состоит в всех диспансерах? Нет. Все, забираем. Куда? В клинику. Доктор, она же не умрет. Нет. Самое